Прошу экран. Национальное общество фармацевтов представляет. Кажется, так недавно, леди и джентльмены, каждый из нас, просыпаясь поутру, повторял известное всем нам с детства идиотское заклинание. Вы помните, я сегодня чувствую себя хорошо, я завтра буду чувствовать себя хорошо, я всегда буду чувствовать себя хорошо. Созданы на основе подавляющих растительных алкалоидов, усиленных добавлением сверхвозбудителей и скуролинов. И как видите, в результате растворения скопламиновой содовой оболочки в организме в условиях столбнячного затишья начинается бешеное завихрение, я бы сказал, внутренний взрыв. Это стойкое ошеломление надежно защищает психику от вторжения наиболее грозных внешних возбудителей. О, вы всегда будете чувствовать себя хорошо.